Я люблю женщину. Значит, я люблю ее использовать для себя. У меня есть какие-то потребности, какие-то пустоты, какие-то желания, какой-то голод определенный. И она меня насыщает, наслаждает. Вот за это я ее люблю. Так я люблю ее, или я ее люблю то наслаждение, которое от нее получаю. Значит, я люблю себя. А ее я люблю просто как источник этого наслаждения. Как люблю рыбу, как люблю мясо. Значит, никакой здесь любви нет. Не надо называть это словом «любовь». Под любовью подразумевается не получение наслаждения от кого-то, а отдача объекта любви. Это называется любовью. «Возлюби ближнего» имеется в виду «наполни ближнего тем, что он желает».